Партнер рубрики – мебельный салон «Фаворит». Осенний ценопад, спальни, комоды, детские компьютерные столы, мягкая мебель. Производство Киров, Владивосток, Находка, Уссурийск. Салон «Фаворит». Вся нужная вам мебель здесь. Отправились на деревню к бабушке, а точнее в село Корсаковка, где живет Валентина Васильевна Дуда. Ее дочь Ольга и внучка Лия уже 2 недели готовят сюрприз. Она у нас немножко приболела, мы решили ее поддержать таким вот образом вместе с дочкой. Вот. Мы надеемся очень, что ей понравится. Когда Лие было 5 лет, она, как и все внучки, для бабушек рисовала и выжигала картины. Но девочка выросла, а умение обращаться с бумагой пригодилось. Когда мне мама сказала, мне идея эта очень понравилась. Для бабушки сделать сюрприз. Сразу же накупили бумаги, ушло 3 пачки. Начали писать, слова было подбирать немного трудно, но мы справились. В чем же идея? Завалить комнату бабушки рисунками, комплиментами и пожеланиями. Это похоже на искусство стикер-арт. Как-то калифорнийский автор Ребекка создала серию инсталляций с помощью разноцветных бумажек. Все привыкли клеить напоминалки на холодильник, а вот дизайнер обклеила ими всю свою квартиру. Липкие листочки – одна из популярных офисных шуток. Моя мамочка очень добрая. У нее очень много терпения. Вот за что ей нужно отдать должное, это что у нее очень много терпения. Я просто порой завидую даже, я бы, наверное, так не смогла. То есть она у нас очень долго проработала в школе, более 35 лет. То есть она занималась с детками, ну, то есть начальных классов, то есть и бедные, и непослушные, и всякие разные. Вот она всегда очень переживала за них, даже иногда больше, чем за нас. Вот такое было. Вот сейчас она тоже занимается. Сейчас очень любят ее, помнят ученики, приходят уже взрослые. Вот это, кстати, обезьяны, подарок был. И вообще ее очень люблю. Не только потому, что она моя мама, потому что она чудесный человек. Мама и дочка почти оклеили комнату разноцветными листами. Но тут сюрприз оказался на грани срыва. Бабуля пришла пораньше. Бабушка, иди тормози, что пришла. Валентина Васильевна почувствовала что-то неладное. Засмущалась и отказывается заходить к нам в комнату. Неужели все старания зря? Ку-ку. Гости у нас. Вот, мамочка моя любимая, мы с Лией решили тебя немножко поддержать, сделать для тебя такой сюрприз небольшой. Все вот эти комплименты, все, что мы это все приготовили, мы очень хотим, чтобы они тебе помогли. Ну, не знаю, воспрянуть духом, наверное, что ли. Ну, как бы, чтобы у тебя все было здорово, замечательно. И показать тебе, что мы тебя очень любим. Спасибо, моя девочка. Спасибо. Вот, а я еще хочу спеть тебе песенку. Глазками на свете бабушки моей, она как солнце светит, все рядышком теплее. Бабушка родная, я тебе пою. Ты моя хорошая, я больше всех люблю. Если моя милая, ты заболеешь вдруг, ты помню, у тебя есть надежный внук. Бабушка родная, я тебе пою, тебя моя хорошая, я больше всех люблю. Я бабушкой заботлива. Не каждый день телевидение приходит в гости. Лия распереживалась, забыла слова. Выручим ее оригиналом песни. Я, конечно, очень не люблю повышенное внимание к себе как-то. Но спасибо, все хорошо, все здорово. Спасибо, мои хорошие. Спасибо, мои родные, за вашу любовь. Спасибо большое. За все хорошее. Столько вы трудились, столько вы написали. Это мне надо месяц изучать. И напоследок крепкий семейный поцелуй.